У нас Амиров будет выполнять буллит. Ну что, смотрим. И забивает. Первая его шайба на этом чемпионате. Очень хорошо, что она быстро состоялась. И мы повели счет. То, чего нам не удалось в матче с чехами. Кстати, мой коллега Андрей Юртаев правильно, на мой взгляд, абсолютно сказал по поводу игры с чехами. Забей мы быстро. Было бы те же самые 7-0 в нашу пользу. Вот здесь эта шайба так быстро побывала в воротах. Ну, те же самые, я имею в виду, как сегодня чехи сыграли. Да, пропустили там опять 7 шайб, 0-7 переиграли. Но это Родион Амиров. Он исполняет буллиты и у себя в клубе, в Салавате Юлави. Исполняет их довольно эффективно. И сейчас переигрывает якобы Бранднера. 1-0, сборная России вышла вперед. Такое начало, может быть, не совсем приятное для наших болельщиков получилось, потому что все равно австрийцы там первые броски нанесли в матче по нашим воротам и вообще как-то не собирались сразу же сдаваться.